Друзі, вітаю! Мене звати Ігор Гаврищак. Це YouTube-платформа 24 каналу. Пряма трансляція, тому ви можете писати свої запитання, зауваження в коментарях. Будемо їх читати і при потребі, якщо вони будуть конструктивними, озвучувати в ефірі. Представляю нашого гостя. Це є опозиційний політик Геннадій Гудков. Геннадій, здравствуйте. Да, Ігор, приветствую вас, приветствую ваш канал и приветствую всех зрителей, которые будут нас видеть и слышать. Геннадий, хочу с вами проговорить следующую тему. Это то, что в Москве по делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе. Также Турция почти в 4 раза сократила закупки российского газа. Говорят, что Эрдоган побаивается очень санкций Соединенных Штатов Америки. Там тоже и проблемы с банками и оплатой в рублях. Ну и да, договоренности с КНДР. Путин может утратить отношения, рискует их ухудшить с Китаем. Давайте начнем с, знаете, с чего? С Крыма и ударах по Крыму, потому что последние два дня Крымский мост постоянно перекрывают, там прилеты по военной инфраструктуре, но все-таки дальше прут на полуостров. Почему, зачем и насколько, как вы считаете, Путин опасается того, что реально Крым будет отсечен от Российской Федерации? Ну, конечно, опасается. Потому что потери Крыма для Путина все равно, что тотальный, полный проигрыш и поражение в войне. И поэтому для него и Крымский мост, и вот этот сухопутный путь является, в общем-то, теми двумя артериями, которые питают Крым. И по большому счету мы знаем, что там 2 миллиона человек, ну, может быть, я ошибаюсь, 1,5. Это достаточно серьезное население, которое надо тоже кормить, поддерживать, чтобы там не возникли какие-то процессы, которые приведут к потере Крыма. Для Путина это, в общем-то, равноценно, как я сказал, завершение войны печальным для него финалом. Вот, поэтому для него это важно, и он, конечно, пытается это всеми способами сохранить, чтобы Крым не чувствовал себя островом, чтобы все-таки он еще был полуостровом, к которому еще идут грузы, товары, люди, машины, поезда и так далее. Да, Геннадий, тоже хотел вспомнить удары ракетами от АКМС и дальность действия 300 километров и более есть ракеты в Соединенных Штатах Америки. Я к чему это веду? Потому что вот в России и политолог Марков говорит, что они там детально изучают эти ракеты, потому что, цитирую, опасаются ударов по Москве, ну или может быть около Москвы, потому что тоже за последнюю неделю были подрывы и воинских частей под Москвой, и там какие-то склады очень сильно горели. Насколько это реально? И я сюда же хотел бы также спросить, они пытаются оправдать прилеты беспилотника в районе, в Подмосковье, потому что якобы очень много их летит, а все ППО на фронте в Украине. Ну, тут давайте разделим две эти вещи. Есть «Атакамс», ракета достаточно мощная и большая. Она предназначена для уничтожения инфраструктуры. И она летит на 200 миль. Это, грубо говоря, 300-320 километров. Поэтому до Москвы она не долетает точно. Если они там говорят про «Атакамс» по Москве, они либо не знают их летных характеристик, технических характеристик, либо это умышленное нагнетание ситуации и, так сказать, возбуждение, так сказать, определенных эмоций в отношении Соединенных Штатов Америки. Теперь давайте мы обратимся к Матвею Гонопольскому, который живет и работает в Киеве. Я уважаю этого человека и хорошо его знаю. И у меня с ним была переписка по поводу его заявлений в одной из сетей о том, что были договоренности, были переговоры, были консультации двух министров обороны американского и российского как раз по поводу глубины нанесения удара. И как утверждает Матвей Гонопольский, ссылаясь там на какой-то инсайдерский телеграм-канал в США, американцы не пошли на полный договор и просьбу, так сказать, российской страны не наносить удары глубже 70 километров. Они сказали, что вот у них есть радиус действия 200 миль, и они считают это возможным применять именно на этом радиусе. Именно по военной инфраструктуре, по аэродромам, там, скоплением военной техники и так далее и тому подобное. По крайней мере, я сейчас вынужден ссылаться здесь на Матвея Гонопольского, Матвея Юрьевича, и его информацию. Я не знаю, насколько она точная, вполне возможно. И там якобы
было заявлено, что под ударами окажутся Белгородская область, Орловская область, по-моему, если мне память не изменяет. Пока не будет под ударами, американцы дали согласие не наносить удары по Брянской области, с оговоркой, что если там не будет накопления войск, техники для наступательных действий на территорию Украины. Вот. И, насколько я так понимаю, если это правда, то Кремль знает, что предельный радиус применения этих ракет с места пуска будет 200 морских миль. По-моему, обычных миль свободных. Вот. И таким образом, здесь все эти разговоры о применении атакамс в отношении там, Москвы, Московской области, они не имеют никакого смысла. Что касается дронов, то мы видим, что украинские конструкторы, украинские военные предприятия наладили производство дронов и постоянно совершенствуют их летные характеристики. И эти дроны уже способны работать на расстоянии в 1000 и даже больше километров. Таким образом, конечно, этими дронами можно наносить удары и по Москве, и Подмосковью, и вплоть там многие районы там до Урала. Да? Поэтому, безусловно, российские власти опасаются таких ударов. И я, например, могу сказать, что были прилеты украинских дронов. Вот я сам родом с Коломны. И там понимают, куда они могут прилетать и для чего. Вот были несколько ударов там дронов по Коломне, по Воскресенску. Ну, над Воскресенском, в частности, там был сбит дрон. Хотя я очень хорошо понимаю важные крупные объекты военной инфраструктуры, так как это был мой избирательный округ. Я там все проездил, все пролазил. Вот. Ну вот, собственно говоря, поэтому, мне кажется, надо для зрителей разделить два типа оружия. Это беспилотные дроны низкой, невысокой скорости и небольшой мощности зарядов, которые делает Украина и модернизирует их, и отправляет их на боевые задания. А другое, это вот те ракеты, которые поставляются Соединенными Штатами Америки, имеющие максимальную дальность пока на сегодняшний день 320 километров. Да, Геннадий, также хотел бы вас спросить о том, что вот и это говорит и президент Украины Владимир Зеленский, и СМИ западные, что договоренности Путина с КНДР могут, мягко говоря, негативно повлиять на отношения с Китаем. Якобы, что Китай, Пекин и Си Цзиньпинь не очень довольны сближением именно Путина и Ким Чен Ина, потому что якобы гегемон в регионе и среди двух стран должен быть Пекин, а не две страны между собой в обход Китая. Но это как бы политический смысл, да, недовольство. А там есть гораздо более практический смысл реального недовольства Китая действиями Путина. Дело в том, что Китай считает себя сильнейшей державой, которая не должна даже думать о ядерном оружии. Почему? Потому что как только начинают говорить и думать о ядерном оружии, то Китай теряет свое самое огромное преимущество, которое, в общем, по большому счету, совершенно очевидно, это 1,5 миллиарда населения, находящиеся под властью партии, которая держит власть уже 80 лет. Ну и, естественно, понятно, что там и механизмы зомбирования, и механизмы сплочения наций, они, в общем-то, похожи, едины, они там, сказать, для всех авторитарных, тоталитарных режимов примерно одни и те же. Поэтому Китай нервно относится к разговорам о применении ядерного оружия в любой войне. А альянс Путина и вот этого пухляка Ына, он как раз и представляет главную опасность именно в применении ядерного оружия. Потому что Ким Чен Ын – это человек, который бряцает ядерным оружием, которое они создали. Мы там не знаем эти характеристики, мы точно не знаем количество этих ядерных боеприпасов. Видимо, разведки где-то либо не дорабатывают, либо не дают информации серьезной. Поскольку эксперты называют и 40, и 50 боеголовок, а некоторые эксперты говорят, что чуть ли не 100 каких-то ядерных зарядов. Вот. Мы не понимаем ни мощности, ни дальности, ни способности их скомпоновать в боеголовки и направить там на какие-то расстояния. Все это может помочь сделать скорее Россия. Как и помочь с достройкой атомной подводной лодки
или да, на которые способны нести будут баллистические ракеты. Идут разговоры о том, что Россия может помочь Корее также довести до ума систему наведения ракет, которая якобы у Кореи в крайне таком зачаточном состоянии, Северной Кореи. Вот. И почему там сыр-бор? Там ведь идут постоянные стычки с Южной Кореей. Там идет постоянная угроза Японии. Китай, понятно, является оппонентом этих стран, но он не хочет обострять ситуацию до такой степени, чтобы там действительно запахло войной. И в этом смысле Китай реагирует достаточно негативно на сближение Ына и Пу. Да? Достаточно серьезная реакция. Мы пока не понимаем, в какой практической плоскости будет это недовольство проявляться. Для этого необходимо время. Китай долго думает, прежде чем принять решение. Такова их особенность ментальная. Но уж если принимают, они эти решения исполняют. Пока мы не знаем. Но то, что реакция Китая негативна, это точно. То, что реакция Японии и особенно Южной Кореи крайне негативная, и которая может подтолкнуть их на решительные действия, в том числе, скажем, в помощи Украине, это тоже 100%. И, конечно, забеспокоились все страны Тихоокеанского региона, даже далеко отстоящие от всех событий Австралии, Новой Зеландии и так далее и тому подобное. Но, безусловно, Соединенные Штаты Америки, которые понимают, что если будет спущена лодка ядерной, несущей боеголовки соответствующие, то безопасность в регионе, она резко, так сказать, уровень уменьшится. И это никому не надо, потому что возникает риск большой ядерной войны из-за как раз Кореи, которая может опираться и морально, и, скажем так, и технологически на Россию, на ее оборонный комплекс. Вот это большая проблема. Она большая проблема для всего мира, не только для Китая. Но мы видим, что эти процессы идут, они сейчас вызывают соответствующую реакцию. Я думаю, что Путин именно этого и добивался. Вот я думаю, что Путин именно этого и добивался, потому что эти все переговоры о переговорах, разговоры о переговорах, они как раз появились после визита Путина к Киму. Да, кстати, Геннадий, ну вот чем еще может быть недоволен Пекин? Тем, что вот КНДР с резкой заявой выступила, мол, что военные учения Южной Кореи, Японии и Соединенных Штатов Америки – это азиатский вариант НАТО, нужно действовать, нужно что-то делать. Я уже не припоминаю, с кем я говорил, Геннадий, но очень хорошо описали эту ситуацию следующим образом, что даже мафия не любит, когда есть беспредельщики. Так вот, есть мафия, плохие, да, и ось зла, а там есть еще и КНДР, который занимается беспределом. Это не нравится самой оси зла. Ну, я вам больше скажу, что я много раз это говорил, в том числе с вами на вашем канале, что вот как раз психология шпаны, да, что такое шпана? Шпана – это и есть беспредельщики. У них нет ни правил, ни понятий. Вот психологию шпаны Путин сделал государственной политикой, как внутренней, так и внешней. То есть они не поднялись до уровня крупной организованной преступности, они остались шпаной. В душе, в своем менталитете, в своих принципах действий и поступках. И поэтому сближение Путина с шпаной из Северной Кореи, оно опасно. Оно опасно как раз вот тем, что нет никакой солидности, нет никакого учета интересов. И вот я думаю, что тут вы правы, союз двух беспредельщиков чрезвычайно опасен для мира. Это все понимают. Да, Геннадий, я хотел бы также вспомнить о том, о чем мы начали говорить в начале нашего разговора. Это Турция, да, и то, что они за последнее время в 4 раза сократили закупки российского газа. В Газпрома и так серьезные проблемы, да, это полностью, так как я понимаю, это полностью дотационная структура, которая содержится Кремлем, и продавать-то газ некуда так сильно. И вот сейчас даже Турция
не очень покупают. И сюда же хотел бы вспомнить санкции Соединенных Штатов Америки. Они перед тем, как вводить вторичные санкции, предупреждали и в Турции, и в Китае, и Финустанове в первую очередь о том, что, слушайте, прекращайте там брать оплату от России, будут последствия. Ну и есть проблемы с банками в Китае и в Турции тоже. Но в Турции проблема одна, что Эрдоган стареет, теряет, как бы, так сказать, поддержку, нарастают негативные процессы, они идут в первую очередь в экономике. Лира превратилась фактически в бумажку, да? Она все время теряет свои стоимости там, катастрофическими темпами. У Турции нет проблем с газом, по большому счету, потому что есть азербайджанский газ, союзником который, Азербайджан является союзником Турции, безусловно. Поэтому тут проблем-то у нее в этом смысле нет. Другой вопрос, что она там исполняла функции транспортного хаба, это было. И, может быть, но Эрдоган заигрался в свою эту суверенность и независимость, потому что он пошел против Соединенных Штатов Америки, он, в общем-то, по большому счету начал там самостоятельную политику внутри НАТО, он все-таки член НАТО, я имею в виду Турция, член НАТО. И в Турции серьезно существует противодействие Эрдогану. Вы знаете, что он проиграл выборы во всех крупных городах, крупнейших городах Турции осенью прошлого года. И, конечно, это говорит о том, что, в общем-то, власть, она его не прочна, не очень прочна в Турции. И, конечно, поэтому он пытается вернуть какую-то часть взаимоотношений с Соединенными Штатами Америки. Он пытался за счет Соединенных Штатов Америки, за счет закупки вооружения, перевооружить свою армию. Вы знаете, что у Турции постоянный конфликт, вяло текущий, с курдской там народной армией. Идут сражения постоянные. Турция относится к этому как к тренировке своей армии. Но, тем не менее, источник там угроз для Турции тоже достаточно много существует. В первую очередь курды, которые представляют большую нацию, большой народ, который лишен сегодня государственности. И они там время от времени этот вопрос ставят ребром. Россия, к тому же, все время поддерживала курдское движение, все виды курдского движения. Это все время портило отношения с Турцией. И продолжает, в общем-то, быть серьезным камнем преткновения хоть в Сирии, хоть там в других регионах Азии, Малайзии, как там правильно выразиться, Малайзии, Средней Азии, наверное. Поэтому ситуация такая, она очень довольно напряженная для Эрдогана. И я не исключаю, что, конечно, он, став неожиданно, таким транспортным, важным транспортным хабом, в том числе хабом, через который шли многие товары в обход санкций, нарвался на какие-то серьезные реакции Запада, Европы, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, и пытается сейчас отыграть назад. То есть Эрдоган, он маневрирует, он то вперед, как говорится, тактика не толкает, то вперед, то назад, то вперед, то назад. Таким образом он сохраняет и удерживает свою власть. Наверное, он сейчас наступил тот период, когда он пытается что-то поправить. Я не знаю, удастся ли ему, не удастся. Но Соединенные Штаты Америки отказали ему во многих видах вооружения в отместку за покупку С-400 комплексов в России. Типа, хочешь пользоваться русским оружием, пользуйся. А нашим тебе мы пользоваться не дадим. Значит, вооружай свою армию, чем хочешь. Ну, Путин, бери. У него оружия много, хорошее. Образца там 70-х, 80-х годов. Им и пользуйся. Поэтому Турция, дай бог, чтобы она осознанно развернула оглоблю в другую сторону, чтобы она все-таки начала более ответственно себя вести с точки зрения текущей войны и поддержки Украины. Посмотрим. К сожалению, курс Турции, он меняется достаточно часто. Вспомните историю отношений с Путиным. То сбили самолет и стал, так сказать, врагом, то потом опять что-то сделал, стал другом, то опять стал непонятно кем, и так далее. Это флуктуации турецкой политики, они повторяются достаточно регулярно. Сейчас такой период. Я бы использовал этот период на месте украинской дипломатии, но я понимаю, что, наверное, это делается, для укрепления сейчас связей военно-политических с Турцией. Мне кажется, что это было бы сейчас в масти Эрдогану, даже, может быть, это и помогло бы. Может быть, как-то там какую-то часть отношений
восстановить НАТО из Европы, из Соединенных Штатов Америки. Вполне возможно. Да, хочу попросить наших зрителей, пожалуйста, напишите, где и откуда вы нас смотрите. Это важно, чтобы понимать, для кого и где мы работаем. Геннадий, хотел бы вспомнить о том, что я говорил, что мы будем зачитывать вот комментарии. Вот люди спрашивают, это издание The Times передает, что НАТО подозревает, что Российская Федерация минирует критическую инфраструктуру Европейского Союза, в том числе Северное море. Как вы считаете, насколько это реально? И, может, вы знаете какие-то детали, что реально за последние годы это могло произойти? Ну, про Северное море я не знаю. А то, что Россия проводила диверсионные боевые акции по предприятиям и странам, которые помогали Украине, поставляли оружие, тут, как говорится, это уже опубликованные широко известные факты. Я просто напомню, что как минимум две страны подверглись атакам российских спецслужб, боевых диверсионных групп. Это заводы, выпускающие снаряды и боеприпасы, которые поставлялись и поставляются до сих пор в Украину, Болгарии. Два завода взорвались. Потом было установлено, что была та же группа, там ГРУ российского, которая организовывала там убийство Скрипалей и различные другие акции. Вот. Также были атакованы... Так, это у меня косилка заработала за окном. Заработала также... вернее, также были взрывы в Чехии. Попытка подорвать тоже ряд оборонных предприятий, которые поставляли, были поставщиками и производителями оружия. И я думаю, что это не последние, к сожалению, акции. Мы видим, что Россия имеет возможность проводить боевые военные действия. Например, публичная казнь, расстрел этого пилота Ми-8, который находился в Испании. Я думаю, что это не полный перечень того, что может, к сожалению, Россия за рубежом. И просто еще много случаев осталось подозрительных, не расследованных на территории Центральной Европы. Так что вполне я не могу исключить, я ничего не знаю про Северное море, какого-то дополнительного инсайда, но могу сказать, что это вполне возможно, судя по тому почерку, который мы уже знаем, как бы почерку действий российских специальных подразделений, специальных служб и их агентуры за рубежом. Вполне возможно. Да, Геннадий, хотел бы вспомнить о том, что союзник, соратник, марионетка Путина, премьер-министр Орбан, он во вторник, 2 июля, должен прилететь в Киев впервые с начала полномасштабного вторжения. Как это расценивать? Как считаете, зачем он прилетел? Передавать какие-то указания Путина или искать какой-то мост между Киевом и Веной? Но Орбан – открытый агент Путина. Тут никаких сомнений быть не может. Причем я говорил, и потом это подтвердили мне журналисты, когда болгарский парламент расследовал вот это подражание неожиданной газы, которую пришлось оплачивать, оказалось, что посредник, который там забирает себе 10 евро с каждой там тысячи кубов, оказался зарегистрирован в Швейцарии, он наполовину состоял из людей Путина, на вторая половина из людей Орбана. Там был еще коммерческий интерес, коммерческий подкуп. Это потом мне подтвердили журналисты других стран. Вот. То есть Орбан – это агент Путина, это должны поставить в этом предложении точку. С чем он прибыл в Украину? Мне кажется, мое мнение, это предположение, это не на чем, как бы никаких фактов, никаких фактов, не построенные выводы. Но, тем не менее, мое мнение, что он приехал уговаривать Зеленского вступить в переговоры, принять так называемый там либо план советников Трампа, либо там какие-то еще предложения той же Турции и так далее, для того, чтобы убедить начать переговоры по линии, как минимум, по линии вот конфликта на сегодняшний день. Я думаю, что других задач он... Какие он еще может задачи? Он является главным тормозом помощи Украине со стороны Европейского Союза. Главной силой, которая там витирует, блокирует выделение необходимых ресурсов. Что он может еще привести Зеленскому, кроме различных предложений и склонений его к каким-то
переговорам с Россией, пусть там через посредник, неважно. Но предмет, я не вижу предмета для переговоров. Конечно, может быть, и надо думать там о жизнях людей, но я так полагаю, что заморозка войны, она может в конечном итоге обернуться потерями еще большего количества жизней, потому что Путин не остановится. Путин не способен держать слово. Путин не способен уважать международное право и выполнять его же собственные данные в рамках этого международного права обязательства. Поэтому я думаю, что Орбан приехал именно с этой целью. Это мое мнение, которое построено на его предыдущем поведении и его теснейших связях с Путиным. Геннадий, немножко о процессах внутри России. Вот вспомним и Бастрыкина, и стрельба в Дагестане. Что сказал Бастрыкин о том, что там нужно вернуть и смертную казнь? И вот в Москве по делу о терроризме задержали тренера молодежной сборной России по вольной борьбе. И о чем бы я хотел бы вас спросить? Потому что Путин якобы пытается не упоминать о стрельбе, о исламе, кто, куда, как стрелял в Дагестане, в Махачкале, да, в том числе. Бастрыкин сказал, там, начал говорить, что нужно запретить нихаб. Уже ему Кадыров ответил, что господин Бастрыкин нужно быть осторожным в своих высказываниях. Насколько это остро все, насколько вот... И почему вот... Путин заминает эту историю, а вот Бастрыкин выходит и раздувает, и вот есть уже ответ Кадырова. Слушайте, вот Кадыров и ислам – это две несовместимые. Кадыров превращает как раз ислам в радикальную, в агрессивную религиозную догму, в религиозную доктрину, в политическую доктрину, и использует это для разжигания вражды среди народа. То есть Кадыров и ислам – если мы берем классический ислам, который не предусматривает убиение себе подобных и так далее, не делит людей на верных и неверных и так далее, мы говорим любую классическую религию, которая содержит больше, так сказать, там, призыв к миру и дружбе, чем каких-то моментов, призванных убивать кого-то. Но обратите внимание, и Кадыров превратил в ислам, в оружие, и Гундяев превратил христианство, российское православие в оружие и политическое, и военное. То есть тут проблема какая? Конечно, исламизация России идет. Конечно, на фоне этой исламизации прорастают ростки использования этого ислама в агрессивных целях, враждебных целях, в целях разжигания вражды народа. Но это мне. Я, понимаете, я очень много раньше критиковал исламских духовных наставников, что они не проводят реформацию в исламе, не отмежевываются от террора, не отмежевываются от всяких боевых кличей, брежил, джихадов и прочего-прочего. Ну, не может религия никакая быть знаменем убийства, террора и так далее. Потом я понял, что ислам просто используется агрессивными мракобесными государствами для своих задач. Под этими лозунгами легко оболванивать людей и вести их там на бойню. В общем-то, так это делает и христианство, и делало христианство. Там даже Первая мировая война, обратите внимание, сколько там всяких религиозных было мотивов там, за веру, за отечество и так далее. Поэтому, ну, здесь как конфликт идет по методикам. То есть, когда Бастрыкин сталкивается с конкретными проявлениями террористических действий, они замешаны на как бы на исламе. Потому что, ну, на самом деле, по-честному, кто Коран читал? Кто из верующих мусульман читал Коран? Перечислите, пожалуйста, по пальцам. Потому что всем остальным объясняют, что несет ислам, проповедники. И что они объясняют, то люди знают про ислам. Давайте по-честному. Вот знаешь, там 5 раз нужно молиться. Почему 5 раз? Или 6 там? Никто не знает. Там так говорит там муфтий. То же самое, то есть ислам используют как ширму для террористической деятельности, разжигания вражды и так далее. А здесь просто столкнулись вкусовая разница. То есть если Кадыров ислам использует для укрепления своей власти, то с агрессивным проявлением ислама сталкивается Бастрыкин. То, что вот этот никак, я говорю, единственное, чем я согласен с Бастрыкиным первый раз в жизни, что все-таки это безобразие, конечно, когда женщин заставляют жесткими мерами
там угрозами всякими, носить одежду, портящие фигуры, там, лица и так далее. Все-таки это уже мракобесие, которым давно нужно расстаться. И за права женщин надо бороться как раз. Вот именно в мусульманских странах, в первую очередь, где женщина подавляется более всего. Поэтому, если отбросить в сторону вот эту морально-этическую сторону и защиту прав женщин, то это просто конфликт внутри. Разница вкусовых подходов к исламизации России и проявлением исламского радикализма. Да, Геннадий, и последний вопрос о Франции, о досрочных выборах в парламент. Побеждают ультраправые, Мари Ле Пен. Насколько это все серьезно, насколько Макрон все продумал, потому что я много читал, много слышал экспертов, говорят, что хитрый Макрон или провал Макрона. Как вы считаете? Половина Франции считает так, половина по-другому. Половина надеется, что это игра тонкая, которая там приведет к победе в 27-м году. Президента, который не будет представлять никакие радикальные силы, будет там центристом, продолжит всю эту линию французскую на то, чтобы там центристские силы доминировали в политике Франции, чтобы она там ни вправо, ни влево, крайне влево никогда бы там не скатывалась. Поэтому понять сейчас очень сложно. На самом деле, когда вот говорили, что французы сказали, что Макрон совершил все-таки ошибку, как они считали, и результаты выборов примерно повторят тот результат, который был 9 июня на выборах Европарламента, они оказались пока правы. Ле Пен набрала больше голосов. Правда, мы видим, что очень много голосов набрал новый вот этот левый народный фронт, левый фронт новый, да? И там есть вполне вменяемые, адекватные партии и политики. Те же социалисты Франции, которые, в общем-то, входят в состав этого фронта, они довольно жестко относятся к Путину и совершенно однозначно настроены на поддержку Украины. Поэтому тут возможность коалиции существует. Но то, что рост правых настроений в Европе очевиден, в силу гигантской миграции, которая ложится тяжким бременем на плечи работающих граждан этих стран, совершенно очевидно. И с этим надо что-то делать. А с этим делать что надо делать? Как говорится, Аннушка разлила масло давно-давно, да? Мы сейчас пытаемся эти последствия устранять. Потому что, когда, опять-таки, вот это, у нас вчера был большой эфир с Юлией Латыниной, и мы говорили там о деколонизации. Деколонизация. Когда эта деколонизация произошла, вот этот переходный период оказался слишком коротким, и в результате режимы, которые местные элиты пришли к власти в этих колониях, оказались более жестокими, кровавыми, коррупционными и так далее и тому подобное, чем любой колонизатор за последние 60 лет колонии, существования колониального мира. Вот и поэтому получилось то, что вот войны, нищета, разруха, узурпации власти, преследования людей там, и так далее и тому подобное, пытки и прочее, привели к десяткам миллионов беженцев. То есть деколонизация мира, она привела к гигантским, ранее никогда не виданным потокам мигрантов. То есть это четвертое великое переселение народов, три до этого происходили в масштабных войнах. А это вот мирное, так сказать, переселение народа, но они тоже бегут от войны, от войн, от ужасов своих освободившихся государств. И вот эта проблема пока не имеет решения никакого. И это просто недовольство людей тем, что им приходится переваривать огромную массу мигрантов, которые несут там не только приток дешевой рабочей силы, но и огромную, гигантскую кучу проблем. И культурологических, и языковых, и религиозных. И прочее. То есть люди средневековые вышли сразу во Франции, там, или в Германии, или куда-то еще. И вот этот тренд на правые силы, он как раз отражает проблемы миграции, которые пока мир не знает, как решать. Но вот Америка хочет построить стенку с Мексикой непреодолимую. Европа стенку вроде не может построить и не хочет. Но вот проблемы существуют, поэтому правые силы сейчас получают разные радикальности, эти силы получают достаточно большую массовую поддержку.
И сказать, что Макрон прав, что вот это такой хитрый план, сейчас пройдет новое правительство, предположим, там будет премьером представитель партии Ле Пен, и это правительство не сможет ничего сделать, кроме больше того, что делают другие правительства, и таким образом избиратель успокоится и скажет, что нет, все-таки нормально, надо избирать центриста. Вот этот план может и не сработать. Может сработать, может и сработать. Знаете, как вот в анекдоте про женскую логику, 50%. Да, то ли сработает, то ли не сработает. И Франция примерно сейчас там разделилась половина, так сказать, скептиков, а половина еще верит в успех Макрона во второй тур выборов. И все-таки в том, что французы, что это позволит Макрону сформировать центристскую коалицию. Ну, примерно вот так, ждем 7 июля. 7 июля будет второй тур, будет там многое ясно. По крайней мере, во Франции. Да, Геннадий, спасибо за этот разговор. Спасибо нашим зрителям, что присоединились. Пожалуйста, пишите вопросы, откуда вы нас смотрите. Нагадаю, нашим глядачам з нами був Геннадій Гудков, опозиційний політик. Знову ж таки, обов'язково підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки і діліться нашою розмовою. Мене звати Ігор Гаврищак, ми традиційно з вами побачимось в ефірі 24 каналу.